ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. До 2019-го жители 17 ветхих домов переселят в новые квартиры. В этом году на новоселье могут рассчитывать жильцы 7 аварийок по Прасловскому проезду, Стреглова, Ленинградской и Высоковской казармы по адресу Ленина, 6. Опустевшие дома обязательно будут сносить, а пока от брошенных активно избавляются в поселке Марков лес. Смотрим. Бетонные блоки, груда битых кирпичей и строительный мусор – все, что осталось от трех двухэтажек в Марковом лесу. Дома послевоенной постройки давно обветшали. Их признали аварийными. Жители включили в программу переселения. Вот на этой территории стояли три дома. Два дома из них по 16 квартир, один дом 8-квартирный. В основном жители переселили в деревню Майданов, поселок Майданово, а несколько семей были переселены в Акулово-Слободу. К разбору домов приступили, как только были соблюдены все формальности. Некоторые жильцы не торопились с выпиской из старых квартир. Как только удалось снять с учета всех квартиросъемщиков, дело мгновенно сдвинулось с мертвой точки. Старые дома, они никому не нужны. Я все время переживаю, что там что-то подожгут или там еще что-то случится. Поэтому мы вообще, я, конечно, удивлена, что очень быстро это все снесли. Вот. Будем говорить так, быстро, технично. Уходишь на работу, приходишь, уже практически все готово. Старые дома даже после сноса принесут хоть и небольшую, но ощутимую пользу. С объекта подрядчик вывез 2500 кубов битого кирпича. Строительные отходы пойдут на подсыпку грунтовых дорог. Валентина Мордовина, Николай Ревенко, Наталья Красавина. Новости дня.